بگو ستاره یه غم اسم منو سزا کن تو فتره های بارو اگه نوازش هست تو بزارم اون نما گوی представить самое коронное блюдо в истории персидского царства. Это ош-палав. Ну, на русский это просто плов. Секрет этого блюда и его ингредиенты заключаются в самих словах, в самих буквах. То есть ош-палав, что означает огонь, мясо, лук, морковь, рис, тмин и соль по вкусу. И, ну, современные сейчас еще добавляют, конечно, горох, айву, барбарис для более изысканного вкуса. به آسمون نگاه کن بگو ستاره غم اسم منو صدا کن.